Папа, что происходит? Я услышала шум. Внизу кто-то есть? Боже, Мэг, ты меня напугала. Прости. Быстрее дай зажигалку. Ее смазать, чтобы она не застряла. Все плюйте на Мэг. Прекратите, не надо. Хорошо, я не могу лезть, потому что внизу грабители. У нас ваш сын. Мэг, наша дочь. Серьезно? Далее в программе. Мухи на вашем лице много. Это сколько? Но сначала оранжевая фигня на небе. Как ей угодить? Я типа такая беспомощная, а вы меня по очереди? Нет. Уэст, несколько слов. Пожалуйста. Бакс. Тостер. Алюминий. Хреновый сироп. Последние слова беру назад. Стюэ, правда ли, что вы все еще пользуетесь памперсами? Из какого журнала? Entertainment Weekly. О боже. Черт побери, Мэг, ты полная дура. Каспер, лови мяч. Прости, чувак. Чувак, ты умер, что ли? Да, теперь не придется придумывать отмазку, чтобы в школу не пойти во вторник. Чё забыл в лесу? Боже! Как больно! Спасибо, Питер. Лучшего секса у меня в жизни не было. Обращайся, ежели чё, Лара. А теперь выспись. Это просто невыносимо. Сколько вы планируете справлять нужду? Я есть хочу. Лови! Боже, брось! Фу! Неужели ты настолько голоден? Оставайтесь с нами. Все это и не только это ждет вас в течение следующего часа. Леди! Что? Да нет, ничего. Иди ко мне. Ты цела? Местами. Не она. Тоже не она. Делай что-нибудь. Я боюсь нажимать остальные. Глаз Фандеры, дай мне силу ясновидения. Парни, увидимся позже. Мир, дружба, жвачка. Могу поклясться, что этот футбольный мяч только что говорил со мной. А где мой ребенок? Крошка, сейчас мы с тобой начнем делать ребенка. И вот пописать. Питер, если ты снимешь этот костюм, ты умрешь. Ну да. Что, ты хочешь сказать, чтобы меня уволили?